Я хочу с вами поделиться своими кремами, которые у меня есть, когда я делаю массаж. Вот у меня сумочка такая моя походная, и я здесь всегда держу вот такой живокост восстанавливающий бальзам. Есть еще синий. Кстати, вот он у меня сейчас вот закончился. Лайфхак. Девочки, если у кого заканчивается кремушек, разрезаем, и там еще внутри он остается. Вот, можно им пользоваться. Дальше вот у Янома. Здесь он с хондроитином. Очень классно, хорошо помогает, снимает боль основную. Вот такой еще бальзам, корень для массажа. И вот такое расслабляющее масло у меня. Очень классное, вообще прям клиентам нравится. Даже лучше, чем с кремом. Как руки прям скользят по телу и даже не ощущают боли клиенты, когда вот у них бывают такие вот воспалительные процессы. Так что вот такие вот кремушки. Попробуйте, очень классные.